Так, значит, да? Так, здрасте. О май гад, нифига он опасный. Чувак, вообще так по-китайски вырезан, конечно. Ну как я, типа, мы чисто навыки фотошопа. И, кстати, а ты кого заменяешь? Спинкрапа, типа, да? Я ж камера вырубился такого прикола. Всем привет, с вами я, Фоксян. Сегодня поиграю в One Night at Myrusus Alpha. Я не знаю, что это такое, но... Что это такое? Вот это лицо меня как бы, ну, смущает. Ну, let's go, посмотрим, что это такое, поэтому давайте. Так, здравствуйте, мужчины, я зашел сюда. Привет, камера систем Еро. А как тебя починить-то? Это полностью перетворю систему. Понял тебя, классно. Здравия желаю всем, кто здесь есть вообще. Это что, FNAF 3, что ли, типа, или что это? Пародия такая с этим... Аудио Еро. Классно, опять сидим, чиним. Почему надо все перезагружать? Что за херня? А, у меня уже 50%, чё... А, вот так, значит, да? Так, здрасте. О май гад, нифига он опасный. И куда? Вот. Чувак, вообще так по-китайски вырезан, конечно. Ну как я, типа, мы чисто навыки фотошопа. И, кстати, а ты кого заменяешь? Спинкрапа, типа, да? Я ж камера вырубился такого прикола. Let's go. Ты где? Слышь. Да в смысле аудио сломал? Вы охерели? А где? А где ты, козел? Очень интересная игра, честно. Ничего не понял, но очень интересная, я вам говорю. Это вообще классная игра. Пауэр, на кнопку включаешь какой-то генератор сразу до соточки, да? 99. Ладно, обманули на 1%. Сеньор Помидор, а ты где? А, опять с этими камерами. Чё вы такие ломающие? Я не понимаю, почему надо перезагрузить полностью систему? Типа нет, как в FNAF 3 выбрать там отдельный предмет, настройку и выбирать ее. Сюда пусть идет. Давай. Кстати, отличная идея. Пока ты чинишь херню, то можно заряжаться. Ну, именно просто я сейчас я дебил, и я заряжаюсь после того, как все починил. А ты чуть тень теперь, я не понял. Ты как бы должен был себя показать красиво. Ты где? Ты где, говнюк? О, все, здравия желаю, мужчина. Как дела? Возвращаемся. Вернись! Сидеть тут. Будем его заряжать и гнать его. Будем, короче, по одной и той же комнате. Заряжать и гнать его. Сюда! Ты щехерел, подло, какое аудио, ты вонючка. Ты выгораешь или что? Я только что чинил, все. Все починил, отлично. Ты что, меня тут ломаешь или что? Ты, слышь, сюда иди. Ну не в таком же положении, вот сюда иди. Аудио ерор, классно. Как тяжело. Сюда. Ты издеваешься или что, говнюк? Все, я смотрю сюда, мне по херу, понятно тебе? Не вообще такой. Здорово были, лашпед. У меня нет ничего. Что за херня происходит? Что за игра для гениев-то, а? Самых прям настоящих. Не в плохом смысле, а в хорошем. Я не понимаю эту игру, что происходит. Аудио ерор, просто сразу моментом. Я только зашел в игру, и у меня сразу сломано аудио. Ты охерел? Здрасте, молодой. Ты офигел, я вижу. Сюда вернулся? Ты кто разрешил уходить, ты? Да-да, я про тебя говорю, ты офигел? Сидеть на диване, видишь, какой крутой мягкий диван с двумя подушками. Если еще падла сломается у меня система, когда я сейчас ее перезагружаю, это вообще будет прикол, дес. Ты пёс. Опять аудио сломалось, сколько можно? Он прям издевается, козел. В смысле? Опять аудио сломалось? Ты что, угораешь? Не уходи. Вернись! Я тебе сейчас как на... Игра, фу, мне не нравится. Почему? Почему он ломается всегда? Почему он ломается всегда? Еще раз говорю, да ты охерел, ты? Я тебе говорю, я в эту игру больше играть не буду. Она неправильная, мне не нравится, все. Все, короче, всем пока. Я плакать пошел.